Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Врачи Республиканской клинической больницы вместе с сотрудниками Национальной библиотеки провели для читателей лекции, тестирование, тренинг. По данным исследований, деменция лишь в 3% случаев зависит от наследственного фактора, а в остальных – от других причин. Такая вот точка отсчета, возрастная точка отсчета – это 65 лет. Начиная с 65 лет появляются определенные риски. И каждые 5 лет эти риски возрастают. Ну а возрастают они у тех, кто начинает заболевать. По разным оценкам, в России насчитывается от 1 до 2 миллионов человек с диагнозом деменция. Всего в мире таких людей около 26 миллионов. В качестве профилактики заболевания врачи предлагают пожилым гражданам регулярно заниматься фитнесом для мозга. В это понятие входит не только разгадывание кроссвордов, но и посещение лекториев и концертных залов, изучение иностранных языков и общение. По мнению экспертов, люди с широким кругом общения лучше сохраняют когнитивные функции, в первую очередь память, чем малообщительны.